В смысле, у вас три танка, а кто АФК-шный танк? В смысле, кто Алло. ФК? Что это, Догадайся. а что их трое? Кто на трэш? Что? Войд водит эти. Я с Драгонсом. И здесь на боссе плюс трэш. Но сейчас будем учиться в два танка. Потому что завтра я буду, скорее всего, на сове. Давай дракона трэш буду. Фиолетовый камень у кого-то есть обычный, кашный. Лор Есть. А ювелир, который может сделать 10 силы и 15 выносливости. Уже Камешек. пол. Уже полбосса. Поехали. Вся и больших забер. Посмотрим, как тебя будет прошибать. Вроде не должно быть. Большие стаки тебе будут давать. Все остальные стоят вместе, сливаем. Герсис, не бей Джайна. Делать вообще? Я на тап нажал. Шторм 7. Сбежались. Блин. Хиливаем Мозера. Мозер далеко где-то. Ответ. Вот он это. Мы сбежались обратно. Как он прохиливаем. Ты что, спину мог где? Как он ревность нашел. Блять, ладно, заберу на себя, короче. Дракон без сета. Без резиста. Что там по мобу закроет портал? Один моб гуляет вроде, заберите. Пускай тот гуляет. Дракон, забери моба, что ты? За игрой смотрите. Забирай моба. Пускай Джайна на мне висит. Пока что. Сторон 10. Что? Ты где у Сбежались. нас, как ты скажешь? Сбежались. Маба нас похил. Ревность не откатится, затанкишь на себя был. Большого не слейте только. Аккуратнее. Переслейте. Все, на другую сторону перебежали. Нужен там офис. Он большой ушел в рейд, понимаете? Большой в рейд на Никитосе. Залагал. Шторм. На пол, шторм.
отбежались. Дракон еще один большой появился. Просил меня. Дайте иннер. Почему я пишу, когда иннер в чат никто никогда не дает? У меня КД. Понятно. Зерганите большого. Что у вас до портала стоите? Где вы? Босса забирай на себя. Шторм. Шторм. Разбежал. Ауди, не бегаю. Сбежались. Все, я уже. Че больше отправился на Никитос? Китос кинь. Че ты на Китос делаешь? Еще бегем оба, подбегем оба. Выбирай, ну. Еще один большой врейд, ловите на враз. Заберите с рейда. Да не могу там. Там есть. Блять, забери, перетанцуй. Ну за враз как бегались. Он тут вообще, да? Хотел. Женек подними. Дракон, ты здесь, блять? Только сейчас их здесь. Жмем, подними. Ну, блядь, скиньте вы агро, нахуй. Не бейте вы больших, блядь. Видите, что его нахуй нету. Тут типа скидывал, один хуй на мне сидит. Ладно, быстрее. Пизда. Че не добили большого, ложимся. Ты самый бесполезный танк, нахуй, на всей. Иди нахер, ты сри, да, блядь. Миша, заходи на друиде. Танчишь. Что, он опять завис? Ты самый бесполезный капитан. Ну тут говори. Ни одного босса. Дай мне с ума. Подожди, у нас тут вайпы. Ребят, у кого фиолетовый камень, дадите одну штучку. Страхолит, по-моему, называется. Ник. Войд. И кто-то с ювелиркой. Просто метасокет надо активировать там. Что есть, блядь, дракон? Что нету? Один. Ой, я тебе могу купить обычный страхолит за удар. Да я ему сейчас сделаю. Угу. Есть. А тебе какой надо? Ну, 10 силы или там 10 парирования, 10 мастерства и выносливости. Какой-то из этих. С мастерством могу. Ага. У меня есть мастер фиолетовый. 10 мастерства и выносливости. Давайте мастерство. Ну давай. Что там, 100 голд стоит?
А что вас так убивало, я так не понял, танк? Прямо 20% человек. Я не хочу сказать, может все-таки здесь 2 хп было. А у них чарки на саппорт, там на эту фазу. Нет, конечно. Все, у него нет кожевки, откуда у него чарки будут заплатки на саппорт. Понятно, печально. Гладиатор, поставь минимально эти. Строить графики. Ставлю рыбу. Пора до 3 часа дня, какой смысл? Че, у тебя выраска камень, да? Давай я сделаю, все никто не может. Страхолит есть? И нет камней, я тебе линковал то, что я могу сделать. Сейчас я сделаю просто. Или подожди, может есть, а не нет. Даю проверку. Бафу дайте. Мишаня, трэш больших танчишь. Нихуя себе. Я с собой думал. Ну, пизда, сейчас работа. Вот это поворот. Семья танчила, ты тоже должен справляться. Сейчас запускаю. Я просто здесь сбоку стою, да? Да. Только размахом мелких не забирай. А если будешь забирать, кричи, чтоб ретрик из тебя таунтил. Какую-то шмотку не понимаю. Спину поменяй, порадуй. По фаншу. Серьезно, с их интеллектом можно идти? Не ебейте. Мишаня, забудь только, что такое мастаун босс. Не хочу отбить. Люха, мне на второй фазе где стоять, какой метки? Без разницы. Где хочешь там стоять? Таун нажмите с мишки. Размахом не бей. Мишаня он забирает. А, помню. Забирай. Торм 7. Подбежались.
Добивайте встречную сверху, да. Мне там на второй фазе тоже надо будет забирать? Да, таунчик надо. Отдай большого. Хотел пулу. 13 шторм. 5. Шторм. Тупость, отойди. Это хил, ты сам должен от него ответить. Бежать. Раунд. Маленького заберите. Велики перебежали. Вот туда готовимся. Все перебивайте. Один врат. Маленьких. Заберите, пытаемся тебя грузить. Шторм 5. Шторм. Двадцать пять. Харзи созарейте у меня кто-нибудь. Лову заберешь? Шторм 10. Сбежались. Лёх, на скольких стаках стаунчивать? Конечно, нету дебафа таунта, есть дебаф. Угу. Вроде подводи. Сейчас убьют. Не бейте, стоп, стоп, не убейте. Это прокупается. Все остальные помер. Донжей не забудьте только. Меня не положите только. Ну раз, окинь. Сейчас кнопку готовьтесь прожать. Прожали.
Лучи первые. Лучи. Метки. Дебаб, Мозер, Япончик, Гурадон, Харзис, Ауди, Прокат. Теоры закрываем. С диким пламенем выйдите, кто стоит. Прохил, Рим. Таун. Таун. Не вставать, Лю? Прохил. Как тут? Ты нормально вообще? Женуэн поднимешь, метки вынесли. Да, вставай. Боссы идут. Прожались. Не бегайте с этим, блядь. Я могу поднять кого-нибудь. Раску прохилит кто вообще, нет? Рюк прохиливается, хилы. Массакру, блядь, все что есть. Мастер аур, Даркиса подхилить. Где Даркис? Сука. Где хил вообще? Женек сам станет. Радиатор, чё тут не встаёшь? Я уже встал. Я встал, меня не захилили, не зор. Таунти. Валяется. Инвестор, поднимай Женька. Метки вынеси. Меньше народу легче жить, блядь. Вообще, Радиатор даже кнопку прожать не. Смотри, падает метеорит, и у меня вообще фул хп сносит, нам. Хуй знает. Хотя а что один стоял? Что? На место подними, Женька, нет, блядь. Сколько ждать? Лучи. Ну, заебись. А, пизду нам. Там вот метка. Нет. Ну, с огнем выйдет. Заберите. Закрываем, прохил. Короче, вот, блядь, сразу видно, кого надо, сука, менять. Завтра. Ганвеста, Грим, Персик, Гладиатор, Женёк, блядь. Ганвест побежал Женька резать, потому что он находился вообще на другой стороне. Ну и что? Ну вот пока бежал, вот время все это. Да потому что я говорил, не надо мне сейчас хила спекать, я здесь хилом не вытяну. Значит, ты вообще нахуй в рейде тогда не надо. Я Войда поднимать. Менять на милика, на который хилом... Я Войда поднимать. Сюда. Зачем? Вот и все. Боссы, бейте метки. Теоры. Где, блядь, таун? Где прохил? Я прожал. На уже в меня 4 раза. Вот, где, блядь, отхил с адмиралом по мне? Ваши метки стоят. Еще один. Ну, во-первых, ты был далеко, во-вторых, я в тебя исповедь запустил, а на тебя не в это. Нет спасения. Женуэна нету Бэра. Все Бэры даже. Ложить. Нет. Здорово. Гладиатора сразу нахуй с этого босса, блядь, Женька тоже на завтра. Можете даже не приходить завтра. Вас на бой все равно не будет. Просто бесполезно. Один кнопку не может прожать, второй прохилить нихуя нет. Да потому что я ж тебе сказал, не надо спекать его в хила меня сюда. В 265-м, блять, в ЛМ шмоте. Смотри, Харзис. Настя ходила сюда, блять, в 250 каком-то и нормально выхиливала. Блять, собираешь мейн спек, нахуй, даешь 20-ку, на нахуй в хила, блять, бесполезно. Нахуй собирать, я хуй. Зачем это делать? Да, окей, спекай сейчас в этого, в Элема. В прошлый раз же мы траили, все нормально было. Спекай себе в Элема, сейчас покажешь профессионализм. Я сейчас тупо буду за тобой наблюдать, что ты делаешь. Как ты метеоры закрываешь, как ты метки выносишь, я тупо возле тебя буду стоять и смотреть, что ты делаешь. Рыба стоит. У меня такой вопрос, я метку вынес, я обратно забежал, метеорит падал, я забежал, я помер там один, потому что никто не забежал. Что я неправильно сделал? Нет, там вся печенька полегла вообще, вся.
там было... Вот ты последний был, короче, в течение, что... Если ты забежал в метеор, ты все сделал правильно. Панзеров села спекли. Гладиатор что не встал? Не кажется ли, блядь, печеньки людей мало? Сколько там людей все печеньки? Сдохли просто, мы вдвоем остались, по-моему, с тобой просто в печеньке. Так я вообще везде стоял, смотрю, печеньки, два человека. Чё за АФК вообще? Дай проверку. На присутствие. Жени. Алёх, я на один пол. Мне надо будет сейчас уехать. У нас спасибо. Да. Окей. Гладиатор здесь? Где Женек стоял? В какой метке? Звезде. Звездочка. Смотри, да старик, заходи. Так, никуда, за место Фанзера, звезду или туда же в печенье. Там же стой, где стоял. Старик здесь? Нет, в дискорде его не наблюдаю. Братку. Он сказал, что он на твине, по-моему. Он должен находиться в дискорде. И на друиде его тоже нет. Сейчас, секунду, я ему позвоню, у меня его есть номер. Где-то у меня телефон валяется. Уже можешь мне звонить. Пухан, заходи. Заодно и замену посмотрю. А где лок, который сидел? Датчик. Там с гильдой клубят с рейдерами. По Фрейду оговорочка. Пухан здесь? Заходи на лок. Шкафчик, да? Здесь, да. Вага здесь? По крайней мере, в дискорде. Эрнест здесь? Да, ладно. Проверка связи. Эрнест здесь? Ну, в дискорде я его не нахожу. Фарад здесь? Нет, блядь. Фарад пишет. Дискорде пишет. Я думал, он сам. Что-то за вся замена уснула, что ли? Ага. Пухан, Пухан. Ты где, Пухан? Вы когда бежите БР давать, вы смотрите, как случай не было. Вот я так что видел, блядь, сова какая-то бежала, резко и на лучах порезалась. Пухан здесь? Нет. Блин, он тоже порезал. Да. Металл заходит, Пухан. Возьмите фокус, тайна, кто хилит. Там будут косты видно. Да просто запоминайте ее все. Рыбу ставлю.
Заодно и замену проверил. Нажмите. Хорошая замена. РТ не закончилось, как раз есть РТ. Да, замена такая хуйня, никуда не пойти, сидеть, слушать, блядь. Нет, есть и БГП стендбай. Ты можешь заняться своими делами, только сидеть в дискорде, как будет от НРТ. Ебашница. Бля, наверное, ты сапру, дайте сапру. Дай проверку. Кто саппорт есть, ребята? Провокатор обмен. Я тебе потом закину, что голды нет. Или саппорт верну. Пухан, если что, в этот, в печеньке. Шторм 7. Стерез бежит. Шторм. Четыре. Сбежались. Большого сливия на порта. Шторм 10. Сбьюсь. Мелких заберите.
другую сторону. Станьте, пожалуйста, дипоп по провокатору. Сбежались. Закиньте бот. Осторожно, пришел, не слейте. Легон вести в раз кубики. Скоро пало. Дали пометку. Вайт, ты тут будешь стоять? Да, здесь. Купол прожали. Первые лучи будут. Лучи. Метки. Теоры. Берите босс. Следующие лучи. Метки. Теора. Все, боссы идут. Масакра, мастер аут. Т4. Там настакать его никто не влезет. А где прожимка прохил? КД. Метки вынесли. Там. Теоры закрыли.
съел. Керса там подхитили, Беладона. Лучше. Метка. Блять, кто насрал? Звезды насрали. Чувак, да, зайдите за. Кто стоит в звезде? Фрасгорн, алло. Заложу. Мастер Аури резать нет. Нет, мастер Ауры прожимки. Прожимки все отдаем. На тех, кто везде стоит. Чего просил? Метки вынесли. Теора. Следующие лучи. Ну, Денчик и Инер залейте. Тебе вынесли. Денчик и Инер дайте, если есть возможность. Теора закрыли. Да, блять, ну кто? Шустрее, звезда. Так долго реагируете. Кто там стоял до костового? Япончик, Пирс. Лэмбо. Метки вынесли. Боссы идут. Прохил Беладу. У меня две метки было. Взрывоопасный. Бывает, надо говорить так, да? Прохил. Дефа. Метеоры. Правда, твоя метеора. Пока тут Беладона, Миша поднимешь Ауди. Вы все там будете. На тебя звездочку поставлю. Шаня, по тебе ориентируют, если что. И этот, поставь таймер сразу, сейчас 2 минуты. Милики бьют или убегать? Бьете. Бафы по ним только дайте. Смотрите, только натиск не приебите, буря. Сюда бы метку запилить. Звездочки стоите, ориентируйтесь в звездочки. Все равно ты нихуя не делаешь. Буря. Луч. Частицу по мне хилить. Скажи, когда там Геру лучше дать на Шане Буря. То есть их сильно больно прошибает. Запрота, что ли, нет? Буря. На энлаг. Перекройте. Мешание стену с Геры. Рано пока я встану. Звезду, наверное, надо, да? Давайте Геру. Луч. Подошли милики. Луч.
вернуться до купола. Натиск велики. Купол 15 секунд. Натиска что? Не видишь, блядь. Не ловите шары. Купол сейчас будет. Купол. Точнее все держите и смотрите на этот, на Джайми, и в эти бобы. Я хуй знает, как я боком этот фир словил. Я тоже вообще не понимаю. Да ловитесь, блядь. Фир, блядь, не ловите, бегайте, разбивайте компенсаторы. Главное, блядь, не словить фир, блядь. Все остальное хуйня. Только от фира вы сдохнете. Кучнее бегите. Тормозить немного. Мишаня трэш на себя свой, да? Когда добьем. Блять, ну Кирс, вы чё там, сука, дохнете? Слот улетел на себе. Да, стопнулись немножко. Даркес, блять. Что бесполезное, блять. Маги. Позор. Еще один лог сдох. Блин, конец отрасл. Генерал бесполезен. Что как можно сдохнуть, блять, я в душе не ебу нахуй. Я тебе говорю то, что я смотрел на Джайну, блять, меня как-то фернуло. Ну, похуйню, флеры, кого есть, отдайте РДД зону плюс килл, поднимите быстрее. Просто избивает, лучи перекрыли. Привет, кстати. Немножко сосредоточьтесь. Это косты отбивается обязательно. Талин, выключи клавиатуру мою. Сосредоточьтесь, блять, все. Немножко, блять. Правее, левее. Буря, вынести быстрее. ЛТ-4. Закройте. Сейчас кто стоит в трусах, при натиске сдохнет. Уйдите, привели. Косты сбивайте копию. Войд, подойди, позбивай там правой копии. Косты. Луч. Слёвайся оттуда. Просил, просил. Буря нахуй, вы чё? Не прохиляли. Кто, блядь? Адмирал, сука, где сопрот, блядь? Был. Был? Что-то я не вижу. Фру Кирс, блядь, где сопрот, нахуй? Чё там, дальше бить будем? Жить. Нету смысла уже. Блядь, сука, были бы у вас сопрот, и, возможно, бы убили, нахуй, сейчас. Конченые, блядь. Охуели, блядь, вообще реально. Рейду, блять, урона заходит, я ебу просто, блять, сопроты не могут выпить. Там фир очень дохуя народу ловило, прям очень дохуя. Ну я, короче, уже вот этот купол уже понял, как бегать, уже как выживать уже легко. А вот это вот когда ледяные образы появляются, их не сливают, им просто косты надо сбивать или как? Я паладин опять. Диваном оно не ивадится, что ли?
не свое делать. Должны выйдется. Только нам не хватило, что-то 3 ляма не хватило, да? Смысле, если бы вы дали вот эти 4 СС, если бы вы дали Локи, мы бы вывезли ее. От них убить. Локи по себе СС, блядь, не могут закинуть на ласт фазе. Блядь, что за немощи? Трайчик. Завтра допнем, ну, на свежую голову. Да, да, давайте по-любому. Мы завтра уже второй час ночи. Не, уже все, на сегодня все. Дайте портал, ребят. Там было бы хорошо, знаешь, есть же у элимов вот это, у шаманов сбивание коста, они же на рендже могут сбивать. И назначить, да, да. Назначить просто кто вот здесь. Да я сбивал, Знаешь, у нас есть Элем, Женек сбивал. У нас есть два мага, которые, да, по нет, сути, это... тоже могут. Нет, сбивать. Ты смотри, в чем я тебе объясняю. В том, что можно в одного все сбивания давать, а можно дать метку и сказать ник там. Тот-то, тот-то сбивай, ну, этой метки. Понятно, но видишь, допустим, я на эту фазу перешел первый раз. Где-то я фазы все понял. Ну вот как так? Я 3 прерывания дал. Никто не давал. Наш шаманом просто там упались. Блин, вообще... Невозможно и молнии дамажить, ну прям... Там опасно. Уже просто да. Большинство тех, кто мог прерывание да, кидать, да, да. Они уже сдохли. Ну все, ты их можно ливать? Не, ну хилом я слабый для этого босса, я чувствую, прям кастером нормально. Народ, ливать можно, нет? Да, уже. Все, давай. Ну что, есть претензии? Я не с КРДД. Нормально ж было все? Хуёво. Хуёво? А чё я не сдох? Долго. Очень долго, блядь, переводите и дохнете все на куполе. Понял. А вы на какой фазе остались? Касается всех локов. Блядь, вы немощь. Реально, на куполе, сука, дохнуть локом, блядь, надо умудриться.